Здравствуйте! Нам нужно найти угловой коэффициент прямой, которая проходит через точки с координатами 4, 2 и минус 3, 16. Итак, угловой коэффициент определяется как отношение сдвига по y к сдвигу по x. Или же мы можем рассмотреть его как отношение приращения y, это и есть подъем, к приращению x, то есть пробегу. Вот этот маленький треугольник – это латинская буква дельта, которая обозначает приращение. Эти две записи эквивалентны. Угловой коэффициент иногда обозначают буквой m. Для того, чтобы найти угловой коэффициент, иногда пользуются следующей формулой. y2 минус y1 делить на x2 минус x1. Это выражение более сложное, но все эти записи эквивалентны. Если мы от ординаты конечной точки отнимем ординату начальной, то в результате мы получим приращение y. А если мы от абсциссы конечной точки отнимем абсциссу начальной, то получим приращение x. Итак, все эти формулы эквивалентны и все они работают. Давайте теперь воспользуемся любой записью и вычислим значение углового коэффициента. Мы рассмотрим два варианта. Мы можем сначала взять эту точку и перейти в эту, или наоборот, из этой точки переместиться в эту и найти угловой коэффициент. Мы решим двумя способами. Итак, допустим, начальная точка у нас будет с координатами 4, 2. Тогда, соответственно, конечная точка будет с координатами минус 3, 16. Чему же будет равно приращение x в данном случае? Итак, мы идем от точки, в которой x равен 4, к точке, в которой x равен минус 3. Если значение 4 меняется на минус 3, то каким тогда будет приращение? Мы перемещаемся на 4 деления влево до 0 и еще на 3 деления до минус 3. А значит, дельта x равно минус 7. Давайте я запишу это немного по-другому. Итак, дельта x равно минус 3 минус 4, а это равно минус 7. Если мы переходим из 4 в минус 3, то мы уменьшаем значение x на 7, следовательно, дельта x равно минус 7. Теперь то же самое мы сделаем и для приращения y. Кстати, обратите внимание, мы нашли приращение x по этой формуле. Мы от абсциссы конечной точки вычли абсциссу начальной. Теперь давайте найдем приращение y. Итак, приращение y. Если мы из 2 переходим в 16, нам нужно подняться на 14 делений. Или мы можем сказать по-другому. Мы от ординаты конечной точки 16 отнимаем ординату начальной точки 2. И в результате мы получим 14. Чему же тогда будет равен угловой коэффициент? Мы знаем, что угловой коэффициент – это приращение y, деленное на приращение x, то есть дельта y, деленное на дельта x. И это равно дельта y равно 14, а дельта x равно минус 7. И если мы разделим 14 на минус 7, то у нас получится минус 2. Мы можем начать из другой точки, и в результате получим такой же ответ. Мы можем взять эту точку за начальную, а эту за конечную. В числителе и знаменателе получатся числа, противоположные вот этим. И в итоге в ответе все равно будет минус 2. Давайте попробуем и так вычислить коэффициент. Предположим, что координаты начальной точки минус 3, 16, а координаты конечной точки 4, 2. Чему в данном случае равно приращение x? Итак, приращение x равно... Если мы начинаем в точке минус 3 и переходим в точку 4, то мы продвигаемся на 7 делений вправо. Мы от 4 отнимаем минус 3. 4 минус минус 3. Мы увеличиваем значение x на 7. А каким будет приращение y? Или мы можем сказать сдвиг по y. Итак, если мы из 16 переходим в 2, то мы опускаемся на 14. Или мы можем записать это как 2 минус 16 равно минус 14. Мы опускаемся на 14 делений. А значит, сдвиг по y, деленный на сдвиг по x, или приращение y, деленное на приращение x, равно минус 14, деленному на 7. Мы получили числа, противоположные числам в первом случае, но в ответе все равно получилось минус 2. А сейчас я нарисую график и покажу вам, как на самом деле выглядит убывающий угловой коэффициент. Вот это мой график. Вот это ось x, а это ось y.
Теперь отметим точки. Итак, координаты первой точки 4, 2. Поскольку здесь у нас координата 16, то деление мы сделаем поменьше. Итак, 1, 2, 3, 4. Вот в этой точке x равен 4. Теперь поднимаемся вверх. 1, 2. Вот эта точка с координатами 4, 2. Теперь точка минус 3, 16. Отмечаем минус 3. Минус 1, минус 2, минус 3. И поднимаемся вверх на 16 делений. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот здесь у нас точка с координатами минус 3, 16. А прямая, которая проходит через эти две точки, будет выглядеть вот так. Постараюсь красивее нарисовать прямую. Вот так мы можем продолжить ее в обоих направлениях. Обратите внимание, это у нас прямая с убывающим угловым коэффициентом. Если мы увеличиваем значение х, прямая убывает. Она идет от левого верхнего угла к правому нижнему. Значение х становится больше, значение y становится меньше. Это убывающая прямая, угловой коэффициент которой отрицательный. А теперь давайте я покажу, как будут выглядеть превращение х и превращение y на графике. Итак, мы начинаем с точки 4, 2 и перемещаемся в точку минус 3, 16. Если мы посмотрим на график, то мы из этой точки переходим в эту. Превращение х равно минус 7. И здесь мы перемещаемся влево по оси х на 7 делений. Вот почему превращение х равно минус 7. А теперь мы должны продвинуться на 14 делений вверх по оси y. Именно поэтому превращение y равно 14. И если мы 14 разделим на минус 7, получится минус 2. Мы можем поступить и по-другому. Мы начинаем с этой точки и переходим в эту. В этом случае мы продвинулись на 7 делений вправо. И теперь нам надо опуститься вниз по оси y до 2. Мы опустились на 14 делений, а значит, дельта y равен минус 14. Или сдвиг по x равен 7, а сдвиг по y минус 14. Так или иначе, мы получили один и тот же угловой коэффициент. На этом все.